Всем салют, друзья! Это Сержиньо. Именно так меня прозвали испанцы в первые дни моего пребывания в Испании. В истории существования футбольного клуба «Родина» никогда не было игроков, которые попадали в сборную России. Это пришло приглашение в сборную России юношескую 2003 года рождения для Хабиба Абдусаламова, который сейчас находится в Аликанте на сборе в Испании и проведет две товарищеских игры со сборной Ирландии. Что это за сбор, о чем он здесь думает и какие испытывает эмоции футболист сборной России, которая играет в одной команде с Сергеем Пиняевым, именно это мы сейчас и узнаем. Поехали! Жара, солнце, духота. Я не знаю, сколько здесь гектаров, но такое ощущение, как будто здесь Дубай, на самом деле. Там тоже вышки расположены еще. Здесь гольф-площадка. Огромнейший отель. Понятное дело, что для сборной должны быть максимально лучшие условия. Город Аликанте, либо Бенидорм, на самом деле здесь тоже нужно уточнить. Может быть, это просто район, либо пригород Аликанте. Здесь из крупных городов расположена Валенсия, везде указатели рядом стоят. Плюс вчера, когда меня таксист вез из аэропорта в отель, он мне сказал, когда я ему задал вопрос, какой здесь крупный город, он говорит Валенсия. Поэтому здесь есть море, здесь есть горы. Здесь есть все условия для того, чтобы играть в футбол. Ну, понятно, что это Испания, это футбольная страна. Если брать отель, в котором расположилась сборная, то живут они в четырех звездах. Очень огромная площадь здесь. Здесь есть гольф-площадки, три футбольных поля. Хабиб попал в нужную атмосферу. От него теперь требуется только футбол играть и ни о чем не задумываться. Первая тренировка подошла к концу. Я побеседовал с главным тренером, со Станиславом Каратаевым. Мне разрешили присутствовать на тренировках, смотреть не за маскетные сетки, но снимать запретили. Хаба, как самочувствие, как тренировки? Отлично, тренировки проходят хорошо. Пока только втягиваюсь в команду. Очень жарко тут, пока тяжело. Думаю, будет все легче и легче. С кем живешь? Живу с Айнаром Эшба. Который вот испанец, да? Да, который испанец. А с кем из ребят уже начал общаться? Ну, есть Багринцев, Эдик, там. Ну, есть еще парни, да, с кем начал общаться. Потом Януша есть, вратарь с Рубина. И Айнар. С главным тренером уже успел пообщаться? Да, мы вчера поговорили. Раскрой секрет, что он тебе сказал. Нельзя. Нельзя, да? Но я с тренером разговаривал. Говорит, что у тебя есть набор определенных качеств, нужно развивать, работать. Тренер говорил, чему будете посвящать внимание на этим сборам? Да, но он сказал, что будут у нас две контрольные игры с Ирландией. Нужно себя проявить. Если проявим, уже будем на отборочном. Короче, задача выйти в элитный раунд. Какое было у тебя чувство, когда ты получил экипировку? Надел, вот это вот, гордость испытал? Ну да, гордость. Ну, гордость испытаю, когда буду на Евро играть 2020. Смотри, такой момент, да, уже многие там пишут тебе и так далее. Ты сейчас ведешь переговоры с Найком. Твои мысли по этому поводу? Ну, я очень рад. Все 16 своих лет я шел к этому, чтобы подписать контракт. Ну, там где-то с 10-12 лет я уже понял, что можно подписывать контракты. Я вот проходил сборы в Махачкале, я мечтал об этом, типа, что нужно тренироваться, доказывать. И вот этот день настал. Если сейчас на тебя выйдет Puma условно или Adidas и предложит, ну, скажем так, 500 тысяч евро? Не, пальбо. Только Nike? Да. Как тебе отель? Отлично. Питание кормят. Классное? Да, вообще. На убой, да? Да, ну, морепродукты, все есть. За питанием следят или ты просто можешь подходить, набирать все что угодно? Ну, вчера на собрании сказали, что были поосторожнее с питанием, потому что так дома не едим. Угу. Типа, а здесь накладываем и накладываем. Ну, так особо не следят, но сказали лучше, типа, с осторожностью есть. Много не накладывать. Короче. Что ты вот от этого сбора ждешь? У тебя есть какая-то определенная цель? Условно, забить два ирландца там, или три? Ну, конечно, забить ирландцам, набраться опыта и ждать следующего приглашения в сборную. С Сережей Пиняевым как взаимодействуешь? Общался с ним или только на футбольном поле у вас? На футбольном поле пока.
очень много хейтеров сейчас пишут, спамят везде, потому что ты сейчас на всех пабликах, возможных и невозможных. Давай вот от имени тебя и от имени себя, так как я с ними тоже очень много общаюсь, оставим комментарий. Либо ты можешь просто продемонстрировать этот жест, а я все скажу за тебя. Что такое? Ребята, мы вас не слышим. Как-то так. Пишите все, что угодно, а мы продолжаем. Ну, пишут, ну и хочется им тоже доказать. Вот они писали, я потом вышел, дубль оформил, Велесу, и все. Больше комментариев я пока не слышал. Это правильно, так и надо закрывать рот. Смотри, у вас забирают телефоны на ночь? Отбой во пока сколько? Пока нет. Отбой, ну, вчера у нас было собрание в 10, отбой был уже в 11, пол 11. Ну, телефон сказали, пока не будут забирать, потому что верят, типа. Но если провинимся, полетим домой обратно. Вот так вот. Что-то знаешь о сборной Ирландии? Уже обсуждали? Ну, нам сказали, что они хорошо играют, что жесткие команда и за каждый метр борется. И играют в футбол тоже хорошо, контролируют мяч. Ну, думаю, ближе к матчу уже будем разбирать их игры, посмотрим. Будет ли у тебя на Ирландию настрой, как у Хабиба на Конора? Да. Будет. Смотри, я тебе отправлял твой инстат-индекс. Там хорошие цифры, 288. Это сейчас на самом деле самый высокий показатель в команде. Я думаю, что в ПФЛ мало у кого такие есть. Суть такая. Этот показатель можно приравнять к футболистам, которые играют сейчас в РФЛ, в РПЛ. Mm-hmm. Тебя это не смущает или давит на тебя как-то психологически? Нет, вообще никак. То есть ты спокоен? Да. Да я вообще не обращаю на это внимание. Ты играл в Испании. Uh-huh. Что ты знаешь об этой стране и сколько лет ты здесь не был уже? Так, что я знаю? Ну, здесь много морепродуктов. Очень вкусных, прям очень. Я обожаю их. Здесь Средиземное море вроде есть. Ну, я жил в Барселоне, там недалеко от моря. Пляж, люди, все играют, абсолютно все почти играют в футбол. Все добрые. И, ну, так. Ну, меня здесь не было где-то, я даже 5 лет, наверное, или 4 года, точно не помню. Если бы тебе предложили перейти в испанский клуб, какой бы это был клуб? И поехал бы ты вообще играть в Испанию? А, клуб я сам должен выбрать? Да. Ну, я бы и Валенсию, типа Севилью, Барселон там. Да, ты в любой за Барсу клуб болеешь? Да. А? Да, в любой клуб, кроме Реала. А да, и Реал тоже. А Ювентус? Да, тоже. Не давит тебя тоже вот этот психологически очень важный момент, то, что сейчас много пишут в разных СМИ, в разных пабликах, что можешь перейти в итальянский клуб. Это как-то давит на тебя? Может быть, там партнеры как-то пришучивают? Не, пока сейчас вообще ничего не давит. Думаю, ближе уже к делу волнение появится. И... Ну, не знаю, пока все нормально. Скажи несколько слов на испанском языке. Я не знаю. Ну, привет, Ола, привет. Да, Ола. Все? Там до 5 уно, до стресс, кватро, синк. Все. Ну, уже достаточно. Да, у меня есть друг Айнар, он мне все переводит. Раз ты жил в Испании и сейчас ты здесь находишься, топ-3 твоих любимых блюда? Это креветки, манго, очень вкусное здесь. И тогда тоже типа осьминоги. В общем, якитория и всякие там так далее, рестораны. Обратите внимание, Хаба любит морепродукты, так что тоже можем посотрудничать. И сейчас отпущу тебя уже на обед, пошли. А напоследок, не все знают, какую музыку ты слушаешь. Назови топ-5 твоих любимых песен. Мадина, наверное, да? Да, Мадина, ну это Лизгин. Потом... Да, я-то меломан, я разные песни слушаю, сегодня могу одну, сегодня. Друзья, по поводу звука, тоже в каких-то моментах будет неотчетливо слышно. Например, во второй части интервью с Хабибом учли, впредь, надеюсь, не будем попадать в такие ситуации. Невероятная жара. Духота, я не знаю, конечно, здесь ли будут проводиться игры с ирландцами, либо на другом стадионе, но очень тяжело. Намного жарче, чем в Италии. Времени впритык. Насколько я понял, график состоит следующим образом. В 7:30 подъем и медобследование. После этого завтрак. После завтрака тренировка. После тренировки час свободный, то есть время помыться, сходить в душ. После этого сон, свободное время. Сон очень важен, особенно когда тренировки в двухразовом режиме, жара нереальная. После этого сбор перед тренировкой,
Я так понимаю, что будут говорить о том плане, который подобрали главные тренеры на тренировку. После этого свободное время, около получаса, ужин, теория и до 11 часов, видимо, отбой. Впереди тяжелых два матча с ирландцами. Сам знаю, что, да и все, я думаю, знают, что ирландцы представляют собой огромную силу, огромную мощь. Несмотря на то, что это не совсем футбольная держава. Хотя, опять же, если брать по статистике, большинство футболистов играет в английской премьер-лиге. Кто-то по другим чемпионатам разбросан. Поэтому, думаю, тут точно будет непросто. Навяжут силовой футбол, я уверен. И наших ребят не будет легкой прогулки в этой игре. Камеру не выключать. Я вот по навигатору иду в свой отель. И пока я иду, тут столько всего красивого. Фонтаны. Смотрите, вот гольф-площадка. Сейчас попробую приблизить. Что касается проживания в 3-4-звездочном отеле, я уточнял, в среднем на 8-9 дней это порядка 500-600 евро. Так что ж такое? Можно, в принципе, найти, я думаю, дешевле варианты. Что касается транспортных перемещений. Такси 5 минут мне ехать на машине, пешком 20-25 минут. За такси пришлось отдать 8 с чем-то, по-моему, 9 евро, возьмем по максимуму. А так, что касается климата, нереальная жара, футбольные поля высокого качества. Хоть и немного странное то поле, на котором сборная тренируется, но вроде хаба говорит хорошее, можно играть. Так на меня, конечно, испанцы смотрят, как будто приехал какой-то сюжет из BBC снимать человек. Некоторые мне в директ написали по поводу Сергея Пеняева. Скажу так, Сергей в порядке, в полном. Я его видел первый раз воочию, наблюдал за его игрой. Это было вот сейчас на тренировке, на утренней. Пеняев в порядке. Хоть многие говорят, что у него какие-то проблемы сейчас, но это всего лишь слухи. Нужно верить только фактам. Продолжаются, на самом деле, удивительные и поразительные вещи. Не все, конечно, желают со мной разговаривать на камеру, но, тем не менее, я тут встретил русскоязычную девушку, которая немножко ввела меня в курс дела по поводу относительно того, что происходит сейчас здесь. Вот эти 4 поля. В общем, сейчас уже заселились сюда ирландцы. У них будет тренировка в 7 часов. Попробую немножко отснять. И девушка Ксения, которая здесь помогает нашей сборной, сказала, что здесь, кстати, тренируется Генк бельгийский и Шальке 04 из Германии. Поэтому, условия действительно здесь шикарные. Поэтому здесь не то, что можно, здесь нужно тренироваться. Я только что мимо здесь прошли ирландцы. Честно говоря, первая группа ребят меня поразила. Они очень маленькие. А вот вторая уже была покрупнее. И один был мальчишка, темнокожий. Вот он крупненький, что в плане физических кондиций мы точно, я думаю, не уступим Ирландии. Подошла к концу тренировка у Хабы. Видно, что действительно ему нужно отдыхать, поэтому поговорили мы еще немножко за пределами камеры. Вот. В целом, я считаю, что он молодец, в том плане, что он работает, не покладая рук. Он знает, зачем он сюда приехал, у него голова не забита какими-то посторонними мыслями. Он может спокойно сосредоточиться на футболе. Сейчас с Пеняевым, смотрю, начал общаться. Нормальный парень? Да. Тихий, спокойный, да?
Что делаете в свободное время, если оно вообще есть, конечно? Ну, сейчас у нас до обеда полтора часа, мы можем смотреть бассейн. И потом на обед. Потом с обеда приходим и спать ложимся. Типа 2-3 часа отдыха. Ну вот как раз таки мы с тобой до беседы на камеру говорили по поводу твоего функционального состояния. Ты говоришь, хочешь в Махачкалу поехать на пару дней. Смотри, у тебя сейчас такой период, когда, ну по сути, у тебя выходных нет. У тебя академия, КФЛ, сейчас сборная. У тебя не было такой мысли никогда, ну пойду-ка я там тусану, может быть, отдохну? Да я тусану не было, но хотелось бы типа там дома полежать побольше. Не идти на тренировку, а так, ну максимум Махачкалу поехать там с родителями, типа, на море отдохнуть, все. Что в твоем понимании изменилось у тебя после подписания контракта? Может быть, больше негатива стало, либо наоборот, больше людей стали тебе писать, поддерживать? Ну, свои земляки поддерживают меня, даже незнакомые. А так, ну, негатива, не знаю. Ну да, негатива чуть больше стало. Да вот со временем еще больше и больше будет. Ты прочувствовал этот негатив после того, как ты подписал контракт и стал играть за академию? Может быть, как-то по-другому к тебе стали относиться футболисты команды соперника? Ну да. Со мной не один человек стоит, а двое, трое. Чуть тяжелее стало играть за академию тоже. Ирландцев видел уже? Ну да, видел. И как тебе они? Крупные ребятки? Да, есть такие крупные, темненькие парни. Черные ирландцы. А малыши есть прям совсем маленькие? Я так даже не присматривался. Ну, вроде я проходил мимо, заметил, есть малыши. Честно говоря, чем-то стадион Браги мне сейчас напомнил. Очень прикольный, очень многофункциональный действительно комплекс, бассейн, поля, площадка для настольного тенниса, еще искусственное поле, там еще одно поле. Я впечатлен, база просто феноменальная, феноменанты, шикарная. Так что остается только ждать ребят, узнать, в составе ли выходит Хаба, и топить за Россию. Начался матч, друзья, погнали, Россия, Ирландия. Хаба центральный нападающий, номер 20. По первым минутам сразу же в глаза бросается правый хав сборной Ирландии, центральный защитник. И видно, что команда очень заряженная, боевитая. Не просто придется. Это по первым трем минутам. Вот, может все измениться, конечно, но первое впечатление такое. Сыграли 6 минут. И смотрите, хаба. Он... И... Блестяще! Блестяще! Забиваю сейчас и 1-0. Первый момент у нашей сборной и в целом в игре. 1-0. К сожалению, пропускаем. Я тут на два фронта сразу же. Номер 9, о котором я говорил, забил. Сорок пятая минута встречи, друзья, 2-0. Ирландцы увеличивают преимущество. Матч окончен, друзья, счет 0-2, победила сборная Ирландии. А вон они еще дорабатывают, кто получил мало игрового времени сегодня. Но не буду многословным, но скажу, что проиграли не по делу. Теперь ждем 9 число, я уверен, что игра будет вдвойне интересной, наши заведутся. Хаба, ну скажи, вот ирландцы как тебе? Краткое резюме подведи. Жесткие, ну и настолько. За каждое единоборство там вступают, каждое единоборство до конца идут. Ну и вот так. Что в твоей игре вчера получилось и что не получилось? И у команды в целом. Ну, по команде нужно было играть чуть быстрее. Чуть собранность в некоторых моментах, думаю. Ожидал, что выйдешь в стартовом составе и 90 минут на поле пройдешь? Ну, то, что 90 минут пройду, нет. Но тоже в старте, да. Что? В целом, как считаешь, дебют удался? Ну, в целом, ну, если, ну да, можно сказать, да.
А на вторую игру будет какой-то особый настрой? Да, конечно. Как твое самочувствие? Вроде нормально. А что ты будешь сегодня смотреть? Родина Россия 2003 или Хабиб Пари? Или то и то? То и то. The next day. Во-первых, с победой тебя вчера Хабиб победил. Смотрел, смотрел ли ты бой и какое он тебя впечатление произвел? Да, смотрели мы с пацанами. Ну, во втором, третьем раунде он заставил чуть понервничать, конечно. Когда его взяли там, на удушающий. А так он доказал опять, что он лучше. Кто достоин следующего против него биться? Тони Фергюсон. Смотри, по факту можно сказать, что сборы подошли к концу. Сегодня была последняя тренировка, завтра игра, и тренировок уже не будет. Послезавтра вы улетаете. Можешь подвести краткое резюме этих сборов для себя, что ты усвоил, что у тебя получилось, что не получилось, и что ты получил помимо новых знакомств? Так, ну, это, конечно, опыт получил я, то, что играл с ирландцами, завтра еще игра. Я понял, на каком уровне вообще футболисты в сборных, как на каком уровне у нас игроки. И подружился с людьми тоже. Новое знакомство, общение там, опыт, все. Новое видео по WhatsApp, да? Да. Все дало это мне, эти сборы дали. Отлично. Насколько баллов по 10-бальной шкале ты оцениваешь сейчас свое функциональное состояние? 8. То есть не до конца еще восстановился. Завтра будет 10? Да, думаю, 10. Многие футболисты Академии сейчас, наши мальчишки юные, смотрят на тебя и равняются. Назови топ-3 правила, по которым ты следуешь. Которым я следую? Ложиться пораньше, спать, плотно поесть перед игрой и не нервничать, короче. Ну, не думать об игре. А как не думать об игре, как ты отвлекаешься? Да, просто там в телефоне сижу или же там игры играем различные с друзьями. И напоследок, оказавшись перед Станиславом Черчесовым, что ты ему скажешь? Алло. Это Шамиль? Да. А если честно? А если честно, я скажу ему, ну, здрасте, Станислав Юрьевич. Саламович, да, Саламович. Ладно, мы это вырежем. Просто здрасте, Станислав Саламович. Да, я очень рад. Окей, Хаба, мы надеемся, что завтра забьешь. Вот такие, друзья, сборы в глазах, в лице Хабиба Абдусаламова. Если хотите быть в сборной России и играть так же, как Хабиб, вот он, задавайте ему вопросы, он на все ответит. Я последний день сборов. До матча. Хаба в составе на второй матч против сборной Ирландии. Кстати, заметил одну особенность. В прошлый раз я сидел под флагом сборной Ирландии, но не нарочно это сделал. Ирландцы выиграли. Сейчас я сижу под цветами флага, под флагом сборной России. Посмотрим, сыграет ли это позитив в отношении игры сборной России. Матч начался, Хабиб выходит играть правого нападающего, Сергей Пеняев левого, впереди играет, не вижу какой номер, я еще не всех футболистов выучил, вот, сыграли буквально минутку, ирландцы в своем стиле, настырно, агрессивно, напористо, потревожно только что стало у наших ворот, ирландцы создали первый момент, забили гол, но судья зафиксировал офсайд. Плотные ирландцы встали, обороняются в две линии, и наши футболисты пытаются найти проникающую передачу, но пока, к сожалению, не проходит. 41-я минута игры. Хабиб перешел на левый фланг. Смотримся лучше, контролируем мяч больше, но пока не создаем. Есть 1-0, и как сказал Хаба после забитого гола, 1-0 счет нас не устраивает. Играем дальше.
И 2-0. Очень вовремя. Друзья, ирландцы все-таки извлекли для себя кое-что полезное. Стандарты доработали пенальти. Несмотря на то, что ему 16 лет, но он очень добрый. Поэтому, если вам понравился этот выпуск про Хабиба Абдусаламова, про первого игрока футбольного клуба Родина, который попал в сборную России, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Не забываем оставить комментарий, подписаться на наш Facebook, Instagram и группу ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр, друзья. Я надеюсь, что это не первый, не последний вызов Хабиба в сборную. Мы с радостью будем с нашей стороны его максимально поддерживать. Так же, как и мы будем ждать других футболистов нашего клуба в составе сборной России. Всем спасибо. Пока.